Косовская Митровица уже более 10 лет поделена на южную и северную. Перемещаться по Сомали можно только в сопровождении охраны. Роман Бочкала. Журналистике уже 12 лет. Его имя в титрах сотен сюжетов, о стендапе и самых горячих уголков планеты. Ситуация в Кабуле очень обманчивая. Вот сейчас я иду по, казалось бы, абсолютно спокойной улице, но буквально несколько дней назад здесь прозвучал взрыв. Когда редакции нужно отправить журналиста на войну, землетрясение или цунами, срочно, немедленно, безотлагательно и при отсутствии каких-либо договоренностей выбирают именно его, знают справиться. Сегодня на юге провинции Гор проходит спецоперация. Специальный корреспондент команды новостей Интера, теперь уже военный корреспондент, учитывая, что Рома сейчас больше в зоне АТО, чем дома. Из-за перемирия и высокой вероятности быть сбитым вертолеты в зоне АТО сейчас практически не летают. Его записи в Фейсбуке становятся топ-новостями быстрее, чем сообщения информагентств. После его репортажей в теплых генеральских кабинетах часто мечут громы и молнии, а сами бойцы говорят спасибо за правду. Он был ранен на этой войне, но все равно продолжает снимать. Только что прогремело, где-то в той стороне. А до этого были Сирия, Либерия, Египет, где несколько дней съемочную группу продержали в тюрьме, Косово, Кувейт, Карабах, Абхазия, Осетия, Афганистан, Сомали, Джибути, Руанда и Конго, где Рома уже попрощался с жизнью, о чем не очень-то любит вспоминать. Он убежден, журналистика может и должна помогать. И это у него отлично получается. Роман Бочкала, телеканал Интер.